Сегодня 26 декабря. Это опять этот же дом. Я сейчас также залазил в подвал. Также здесь зловонный запах комаров стоит. Уйма. Соответственно, никакие здесь работы не производятся управляющей компанией. Дышать очень невозможно. Как стояла вода в подвале, так и стоит. Все, что обещает и обещал управляющая компания ИП Трофимов, о том, что производится откачка воды и будет производиться обработка стен от того, чтобы, как говорится, от грибка, и после чего, как говорится, чтобы не было комаров на первых этажах квартир. Все это одни только обещания, не более того. Вот. Также в воде есть всякая живность. Вот в ту часть дома, как говорится, невозможно туда пройти. Я вам с уверенностью сообщаю. Вот, пожалуйста, идет шланг туда вглубь. Воды по глубине, ну, там порядком полуметра. Это то есть в районе 50 сантиметров, это минимум. Туда даже в обычных сапогах невозможно зайти. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Подвал также открытый. Вот вся работа управляющей компании. Всем спасибо. Вот сейчас вы посмотрели видео. Это сняли жители дома по улице Комарова, 134А. Эта эпопея уже продолжается, я не знаю, с осени. Мы сняли репортаж небольшой просто о том, что действительно в подвале затопление, стоит зловоние. Это людям все на Новый год такой подарок, что ли? Неоднократно мы обращались в службу управления ЖКХ. Павел Степанович там, Канатов, наш замглавы, дал каких-то ЦУ, там, это управляющей компании, ИП Трофимов так называемый. Вроде бы те отчитались, что там сделано все, вода откачана. И все, и ВОЗ и ныне там. То есть они просто берут и обманывают администрацию. Администрация выглядит в каком-то нелепом свете. Я не знаю, как детский сад какой-то. Вот, Роман Викторович Бусаргин, я не знаю, обращаемся только к вам. У нас, получается, власти вообще никакой нет. Здесь никто не может надавить на какую-то указку, которая просто не выполняет свои обязанности. Там кусочек трубы поменять и откачать воду. Люди вот так должны Новый год встречать. Это какое настроение у них должно быть? У нас власти нет. Получается. Ну, только к губернатору обращаться. Или давайте сделаем по старой традиции. То есть, ославим нашу Саратовскую область еще раз. Мы пригласим сейчас федеральный канал о глупости нашей вот власти. О том, что они не могут просто с подвала откачать воду и заменить кусок трубы. Их никто не просит там лежаки менять, пока ремонт. Устранить аварию. Людям хотя бы элементарный подарок сделать. Это такой стыд. Давайте позвоним, я не знаю, РЕН-ТВ, НТВ, вы знаете, мы могем.